Праздник радости, юности и перспектив. Именно так называют Международный день молодежи. В Армавире его отметили, как полагается, энергично, ярко и весело. Накануне праздника Центр молодежной политики пригласил активных ребят и подготовил особую конкурсную программу. Проходило 5 конкурсов. Это был конкурс на знакомство, где ребята придумывали девизы, речевки. Конкурс «Крокодил». Ребятам нужно было сделать живую скульптуру. Был приглашен танцевально-спортивный коллектив, который провел замечательный флешмоб, где ребята также себя смогли проявить. К решению разных задач подростки подошли с юношеским задором. Приходилось напрягать ум, фантазию и координацию, но веселье продолжалось. Каждый раз, когда жюри подводило итоги, участников развлекали самодеятельные артисты. Финальным и массовым аккордом мероприятия стал танцевальный флешмоб. Командам нужно было повторять движения за опытными артистами. Лучше всех это получилось у одной из трудовых бригад. Нас наш бригадир пригласил, Алексей Додатко. Он сказал: приходите, будет интересно, весело. Я пришел, и вот так получилось, победили. Мы с командой собрались, получается. Я сказал: давайте, ребята, мы сделаем, мы можем занять первое место. Ну, так вот и мы заняли. Было несколько конкурсов, в которых наша команда держала первое место. Еще показали выступления отличные танцоры. Нам очень понравилось. Победителей и призеров конкурса наградили почетными грамотами. Каждый год в молодежный день мероприятия проходят под разным девизом. В этот раз активисты выступали за здоровье молодежи, которая в Армавире насчитывает более 50 тысяч человек. Инна Лепеткина, Евгений Холманских. Служба информации, телеканал РНТВ «Армавир».